Здорово, Дневали, друзья! С праздником вас! Поздравляем всех участников фестиваля и всех вас, друзья, с Днем города! Вас приветствует группа «Талант». Дорогие друзья, мы приехали сегодня не только поделиться своим творчеством, но и рассказать, что же означает слово «талант». «Талант» — это старинное казачье слово, что в переводе означает «счастливую долю, судьбу и удачу». Поэтому, кому есть талант, тот будет атаман. От всего сердца, с любовью к вам, мы продолжаем. Следующая композиция «Ты воспой в саду, соловейка». Песню очень долго, все это происходило, целый обряд действенный. И вот сейчас Анна вам
немножко продемонстрируют тоже. Дорогие девочки, красавицы, замужние и незамужние, умницы мои. Сейчас я хочу провести с вами элемент старинного свадебного казачьего обряда. И называется он «Дивья красота». У меня есть корзинка с цветами, розами, символом любви, которые заряжены на любовь, счастье, удачу, благополучие. Поэтому в память об этом вечере, пожалуйста. Да. Да, разбираем, разбираем. Кто дело хочет хорошее. Удачно выйти замуж? Ну, а мы продолжаем. Итак. Мы для вас сейчас исполним тоже свадебную песню, но уже танцевального жанра. Ну, точнее, под которую можно танцевать. Поэтому приготовьте свои ручки, ножки. Давайте. Девочка, панянка! Не жалейте ладошки! Которая сидит в замке, а есть такой дракон злой, да, и есть доблестный рыцарь, который ее спасает. Но наверняка в каждой культуре присутствует подобный сюжет. И казачья культура не исключение. Не совсем такой, но тем не менее. Молодой казак сидит в темнице, да, все наоборот, как будто бы. Его добрый конь резвится на поле, а его синеокая красавица, возлюбленная, томится в пышном тереме без него. Такой вот сюжет. Следующая композиция «Растворите мне темницу». Музыка народная, слова Михаила Юрьевича Лермонтова, аранжировка Федора Владимировича Спунцева.
черноглазую девицу, черногривого коня. Я красавицу молодую, третий день как поцелую. На коня подоскочу, только Петя улечу. Но окружим мы высоко, и тяжелая за мной. Черноокая дата, кружу телегу свою. По руку зеленых гор, весь ответ один по воле. Скачет весело и грим, пусть по ветру распустим. Одинокой нет отрады, стены голые кругом. Пусть светит лошадь под умирающим огнем. Эхо слышно за дверями, скучно мерными шагами. Ходит в тишине ночной, без ответа часовой. Спасибо, друзья, спасибо. Мы так рады, вас так много. Такая прекрасная погода, праздник, здорово. Спасибо большое. Низкий вам поклон. Ну, а следующая композиция, раз у нас казачий фестиваль, давайте-ка, наверное, самую известную, самую прекрасную, самую мощную с гор Кавказа спустившуюся. Ося, ты? Ося! Наш вариант такой танцевальный, современный. Но колорит остается, друзья, поддерживаем, подхлопываем. И если есть желание, танцуем. Танцуем, не стесняемся. Есть про не совсем. Вот есть такая счастливая любовь, а есть
условия, при которых любимые люди не могут быть вместе по определенным причинам. И следующая песня об этом. Вот. Запоет эту песню «Жемчужный голос России» несравненная Анна Гончарова. Дорогие друзья, следующая композиция очень ценная и важная для нас. Практически дебют. Я хочу, чтобы вы прониклись ей. Thank you.
проснулась, да? А нужно сейчас ее еще так разгорячить. Поэтому яркие, прекрасные, оригинальные, зажигательные, также из гор спустившиеся, мощные, сочные. Да. Дуся, Маруся! И вот такие движения. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду пудри завивать. Ой,
вами выступала группа «Талант». Спасибо, до новых встреч. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в Телеграме. Будем рады новым знакомствам. Счастья, удачи вам, всего самого наилучшего. Низкий вам поклон. Спасибо.